Четвертый пункт вакцинации от коронавируса открыт в Кубинке по адресу Нарофоминское шоссе, 38, в здании поликлиники. На базе нового пункта в сутки могут привиться около 100 человек. Местные жители уже начали процедуры. В основном спрашивают про побочные явления, спрашивают, будем ли мы сами прививаться. Конечно, будем. Нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС, а перед прививкой сделать тест на антитела к ковиду. Вакцинация от коронавируса проходит в два этапа. Вводятся два компонента с промежутком в 21 день. В ходе инспекции глава округа Андрей Иванов ознакомился с оборудованием прививочного кабинета и условиями хранения вакцины. Советуем всем этот вопрос с вакцинированием не затягивать, получая прививку. Каждый из нас защищает от болезни не только себя, но и своих близких, свое окружение. А возможно, в каких-то сложных случаях, в сложном состоянии здоровья и спасает чью-то жизнь. В Одинцовском округе первый этап вакцинации прошли уже около 1600 человек. Почти 600 из них уже привиты и вторым компонентом препарата. Напомним, что пункты вакцинации также работают в Одинцовской поликлинике номер 1, в терапевтическом отделении номер 2 и в Звенигородской поликлинике. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».